Всем привет, ребята! Вы на канале Влад Финто. Сегодня у нас будет ролик, связанный про школу. Да. Сегодня мы вам покажем, что мы купили к школе. Нашу школьную форму и наши разные предметы. Также вы узнаете, в каких классах мы учимся. Давайте, вы догадаться должны будете. 17 августа у нас сейчас. Скоро будет 1 сентября, и мы пойдем в школу. Ребята, начинаем! Что, погнали? Погнали! Давайте я первой буду. 4 карандаша вот такие. И у Влада тоже карандаши. Влад, какие у тебя карандаши, кажется, тоже? У меня есть вот такие цветные карандаши. И вот такие. Так, дальше. А, у меня тоже есть цветные карандаши. Вот. Так, я буду сразу все вкладывать. Давай, Влад, твое теперь показывай. У нас твой ластик. Ластик. У нас есть ластик. Штука. Вот такие. Давай дальше. Так, краски. Краски, да. У нас вот такие краски. Краски. Дальше. Так. Дальше. Дневники. Да, у меня дневник. Я обычный, абсолютно. Потому что девушка. У меня с динозаврами. С Эксом. Ребята, кто знает, что это за динозавр, напишите мне в телеграм-канал. У меня уже есть свой телеграм-канал. Влад Финто, большими буквами. Ребята, подписывайтесь, там будет розыгрыш. На 50 тысяч. На 50 подписчиков я сделаю розыгрыш. Так что подписывайтесь. Ребята, дальше. А вы для тетради. И, конечно, вот такая у нас гаражная шкафу, но я достала маленькую пачку. Так, у Еси есть. Я показываю. Да, да. Тетрадки, ребят. Тетрадки. История, литература, английский язык, биология и география. Ребята, ну как же без зеленых тетрадок? Может, у кого-то цветные? Может, у кого-то цветные, если у вас напишите также в моем телеграме. Вот такие вот тетрадочки. Я короткий обзор сделаю в своем телеграме тоже. Давай дальше. Так, дальше. Ну, конечно же, ручки. Это все мои. Спасибо. Чтобы у меня их очень мало. У меня одна пачка. Давайте дальше. Так, да, вот мои. Вот. Так, давайте разбирать. Есть белый картон. Есть цветной картон. И цветная бумага. Вот она у нас. Дальше, ребята. У меня вот то, что осталось. Это 3 альбома. Да, у меня есть 3. 1. 20 часов с каким-то городком. Второй альбом просто тоже обычный, как бы. Вот с таким каким-то закатом, но в нем 40. И третий вот с такой собачкой, с которой я, наверное, буду в этом году ходить в школу. Я вам покажу сейчас. Обычные абсолютно листы. Вот мне он нравится больше всех. Тоже 40 листов. Ребята, у меня простой один блокнот с машиной. Альбом это. Альбом 40 листов также. Но он на клею, то есть там легко выдираются листочки. Так, Влад, что у тебя там еще осталось? Так. Клей. Да, клей. Ой, ПВА и вот такой просто... Ребята, кто любит школу, а кто не любит, кто любит школу, подпишись на мой канал, а кто не любит, ставьте лайк. Ну, я мне подпишусь. Кажется, большинство будет... И зачем тебе подписано, если ты и так на них подписан? Ребята, давайте. Ну... Все, у тебя все? Нет. У нас кое-что. Вот так, у нас еще готово. Раз, два, три. Финал. Но... Мы их собрали. Сейчас мы покажем, что мы будем получить. Давай, вытаскиваем половые вещи. Ой, еще, кто первый? Давай, ты. Я первый. Ребята, один из карандашиков. Вот такой вот. Можно мне все? Давай дальше. Давай, Влад. Ребята, у меня 3 вот таких кисточки. Маленькая, большая и еще большая. У меня тоже где-то лежат там кисточки, но я их не буду. Да. Дальше. Так, сейчас я найду это. У нас большие. Дальше елочка. Да. Никто не сомневается. Я уже все вытащу финал и думаю, что ай, больно, я там что-то. Она в мои. А, карандаши. Вы думали, наверное. А почему у Влада 2 карандаша, а у Есени 4? Да просто у него 3 карандаша лежат в финале, а у меня всего 1. Ну, есть больше. Ребята, у нас был... Вы подумали, у нас 3 набора, но нет. Синих ручки, ребята. Мы один набор открыли. Я обожаю все ручки. Вот. Дальше. Ребята, у нас было не 3 набора, а 4. И вот такая. У меня тоже еще вот таких ручек. Так, дальше. Линейка у меня есть. Простая линейка. Это треугольник. Треугольник. Это для математики. У меня вот такие 3 текстовых длителя. А у меня, ребята, вот такие. Желтый, розовый и зелененький. Я их подарил кто-то, я не помню. Дальше, Влад, давай. Влад, давай, старайся. Ребята, у меня вот такой зелененький. И текстовый. Оранжевый такой текстовый. Давайте я дальше. Ребята, Влад, кстати, по цветам, кто любит, напишите в моем телеграм-канале, кто любит. Все пишите в телеграм-канал. Да, потому что у меня еще нет своих комментариев, я сильно маленький. Поэтому пишите все в телеграм. Ластик, ластик. Ребята, ну а вы бы, конечно же, ластик, конечно. Без ластика в финале, не знаю. Да, есть, как моя футболочка. У меня почему-то нет футболочки. Она где-то у тебя, наверное, лежит. Давайте дальше, Влад. Не надо рисовать, просто покажи. Ребята, у меня здесь цветные. Просто цветные карандаши, вот такой вот. 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 Сейчас я его открыть попытаюсь. Вот тут вот можно уроки свои записывать, расписание. Ребята, я ни разу не сделала ничего супер. У нас уютные пеналы хорошие такие. Просто чернила для него, я не знаю, как это назвать. Ну, ребята, не было бы всего этого, если бы мы не купили, конечно же, портфель. Так. Куда мы будем складывать? Куда? У нас много портфелей. У меня вот такой портфель с фламинго. У меня вот такой с ним. Он, когда пойдешь на него, смотрите, ребята, когда пойдешь на него воду, с ним ничего не случится. Он водоотталкивающий портфель. Ребят, мне больше всего нравится вот этот мяч. Да, он из груди, типа, ребята. Ребята, давайте просто пройдемся к карману. У меня здесь маленький карманчик. У меня вот там на дереве куча карманов, еще многих, с замочками. Вот такими вот. Прикольные. У Влада тоже есть маленький кармашек, с такими же примерно кармашками, вот такой маленький. Туда можно ручки, но мы их не снимаем. Для обуви, просто для обуви. Карман. У меня второй карман, мы вообще договорились, для пенала. Второй кармашек для пенала и для... Первый у меня вообще для тетради, второй для пенала. Вот такой просто. Он обычный, там ничего. Третий. Вот такой вот, просто обычный, два кармашечка маленьких. И здесь вот один большой, я думаю, вы знаете. И у меня вот здесь вот прозрачный.
замочек. Ребята, как расправлять? Смотрите, ребята, у меня можно расправить. У меня сейчас вот так вот, ребята. У меня сейчас вот так, и я когда сделаю вот так, видите, объем появился. Вот так. Вот у меня внутри вот так вот. И у меня еще есть вот такая штука. Ребята, сейчас мы наденем их и к вам. Вернемся. Ребята, вот такая штучка еще подключим есть. Мы можем сказать, что хорошая штука. Все ключи никогда не потеряйся из портфеля. И два боковых кармана. Да, конечно. Для молока. Для молока, сока. Ребята, давайте сейчас оденем их и к вам. Вернемся. Вау, вау, какие красавчики. Еся, ну, чего-то не хватает. Я знаю, чего не хватает. Не хватает школьной формы. Так, иди туда, я покажу тебе фокус. Так, вот он мой наряд. Так, сейчас раз. Готов? Ты готов? Да, давай. Раз, два, три. Так. Вау, вот это волшебство. Хочу так же. Ладно, бери свой наряд. Сейчас. Вот у меня. Вот еще. О, тоже верно. Начинаем. Ох. Вау, получилось. Ты что? Так на тебе шорты. Да блин, я забыл взять брюки. Капец. Так, ребята, давай я их тебе принесу. Давай. Одевай брюки, только без этого волшебства. Все, иди одеваться. Ребят, мы сейчас будем показывать вам показ мод. Так, блин, когда же он придет уже? Залетел тут. Ребята, рядом. У меня получилось. Вот такие вот. Костюм. Ух, как-то жарко. Да. Есть, давай проведем показ мод и... И наденем скрытки мелкого. Давай. Да. Давай, я первая. Теперь я. Ребята, вот такие у нас костюмы. Ой, я сейчас выпаду в обморок от такой жары. Беги переодеваться. Полегче хотя бы стало. У меня есть вот такой кардиган, но его я одевать не буду. Его я одену на 1 сентября. Да, ну все равно есть как-то... Все равно есть как-то жарко. Давай наденем что-нибудь другое, полегче. Давай. Что наденем? Ну, например... Что? Физру. Давай. Хороший. А теперь куда? Я тогда сюда. Вот я и оделась. О, я тоже. Фух, уже как-то стало легко. Ой, что-то сильно замерз. Давай заканчивать быстрее. А то как-то холодно. Ребята, ребята. Сейчас замерзнем. Ребята, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы мы не замерзли. Пишите. И на телеграм. Ребята, да. Пишите туда все ваши вопросы. И да. Пишите, любите ли вы школу. Все, ребят, ну а мы побежали греться. Всем пока-пока.